Что делаешь? Смотрю на своего сыночка. Сколько раз мне повторять? Зачем ты достала этот альбом? Ты правда не знаешь, зачем я это делаю? Ладно, ладно. Но это ведь бесполезное занятие, обещаю. Как только приедем туда, ты повидаешься с ним. Сколько я уже не видела своего сыночка. Спрячь куда-нибудь. Если дочь увидит, будь в беде. Знаю я, не трогай. Сама спрячу. Не нужно напоминать. Спрячь его, ясно? Пойду готовить завтрак. Кто ты? Как ты здесь оказалась? Когда вошла? С какой целью? Я живу по соседству. Не помню, как сюда пробралась. Не помню, что делала. Помню лишь, что прошлой ночью я уснула на этом диване, а потом встала и пошла. Лучше расскажи все как есть. В противном случае... Я позвоню в полицию. Не нужно. Не нужно звонить в полицию. Я вчера сильно напилась. Я не знаю, как уснула в твоем доме. Точно. Я спустилась попить вниз, а потом легла на диван и уснула. Получается, что сначала я находилась наверху. Кроватка была такой удобной. Неужели это было здесь? Где здесь? Это моя спальня. Прошлой ночью я спал в этой кровати. Как это возможно? Наверное, ты что-то перепутал. Рядом со мной никого не было. Когда проснулась, рядом никто не лежал. Ты такой большой, как бы я тебя не заметила. И вообще, ты ведь тоже меня не видел, да? Все ясно. Это значит, мы не спали вместе. Это просто ошибка. А это что? Мы спали вместе? Между нами же ничего не было, да? Если было, я убью тебя. Пора скинь мозгами. Это мой дом, и ты залезла в мою кровать. Ты должен был разбудить меня или выгнать отсюда. Мне было интересно, кто ты такая. Поэтому решил дождаться, когда проснешься. Вспомнила. Вчера, когда собиралась лечь спать, я услышала пианино. Композиция за композицией, очень долго. Я вышла на балкон и закричала, может, хватит играть? Но это не сработало. Тогда я... Я взяла... Прошлой ночью... Ты забралась на мой балкон и уснула в моей кровати. На следующий день ты проснулась и решила, что это твой дом. Верно? Да, похоже на то. Я не стану доводить дело до суда, но больше так не делай. Хотя по виду ты несовершеннолетняя, тем не менее ты должна знать законы нашей страны. Проникать в чужой дом незаконно. Мешать людям спать тоже незаконно. Веди себя как нормальный человек. Спи себе зубами к стенке и не играй по ночам на пианино. Можешь идти. Как залезла, так и уйдешь. И не забудь убрать эту лестницу. Слушай, это слишком опасно. Позволь выйти через дверь. Сисон. Сисон, ты проснулся? Он тоже Сисон? Эй, не открывай!
Что ты делаешь? Прошу, не делай этого. Тетушка Гу, доброе утро. Я услышала шум наверху и подумала, что у тебя в гостях друг. Да, вы правы, но это не друг. О чем ты? Как же... Тетушка Гу, утречка. Что ж, не буду мешать. Тетушка Гу? Все в порядке. Ты спал прошлой ночью? Спал. Очень крепко. Мне не жить. В первый же день я залезла в чужую кровать. К странному мужику. Он же не думает потом меня искать. Привет, Сяоми, ты где? Я приму душ и сразу к тебе. Не хочу дома сидеть. Скорее, иначе все хорошие места займут. Ты уверена, что это он? Девчат, извините. Вы говорили, что кто-то пришел, да? Сисон! Где он? На баскетбольной площадке. Баскетбольная площадка? А, вот и ты. Вчера кое-что случилось. Забудь об этом. Нужно отвезти тебя кое-куда. Куда? Просто пойдем. Сисон! 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 Что с ними такое? Он не появлялся здесь больше месяца. Наш Сисон очень известен, но он довольно скромный человек. Ненавижу тех, кто создает шумиху вокруг него. Они постоянно сюда приходят, у них определенный регламент посещений. Поэтому слушай внимательно. Случайно натолкнувшись на него в академии, запомни. Держи дистанцию, ни за что не приближайся к нему. Иначе эти фанатки на тебе живого места не оставят. И не прикрывайся моим именем, если не хочешь, чтобы меня четвертовали. И который ваш ненаглядный? Я ведь даже не знаю, как он выглядит. А ты не видишь? Тот, кто ведет всех за собой, самый привлекательный. Наверное, это он. Неудивительно, что у него много фанаток. Он пианист и отлично играет в баскетбол. Такой высокий и красивый. Это реально баскетбол? Не футбол? Нет. Это зарубежная студенческая игра. Тогда зачем они... Наш великий Сисон просто обожает баскетбол. Но он плохо играет. Если точнее, это не баскетбольный матч, а шоу. Асы баскетбола притворяются неуклюжими, чтобы Сисон продолжал играть. Ну, почти. Круто, офигенно. А что крутого? Он же не забросил. Просто это Сисон, поэтому и круто. Разве Сисон не седьмой номер? Седьмой номер — это Ленге. Он его старший товарищ и менеджер. Наш гений под пятым номером. Пятым? Не толпитесь, не надо так близко подходить. Девочки, пожалуйста, держите дистанцию.
Сиесон! 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 Успокойтесь! Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте! Ну что, хочешь, отвезу тебя домой, отдохнешь и примешь душ? Не нужно. Ты устал намного больше, чем я. Играя в баскет, можно легко получить травму. В следующий раз лучше футбол. Кстати, тетушка Гу звонила мне утром. Сказала, что прошлой ночью ты хорошо выспался. Поэтому сегодня я играл в баскетбол. Знаю, бессонница – изматывающая болезнь. Но не нужно опускать руки. То, что сегодня случилось, не должно повториться вновь. Ты о чем? Ты же публичная личность. Если об этом кто-нибудь узнает, это навредит и тебе, и той девчонке. Что в этом такого? Если благодаря этому я могу уснуть, я продолжу поддерживать с ней связь. Сисон, не волнуйся, мы просто спали. Просто спали? Давай поступим так. Приходи сегодня ко мне, будем спать вместе. Я попробую. Возможно, с тобой тоже получится. В смысле? Сисон! Хватит писать. Разве сейчас пишут книги от руки? Ты не устала? Я так привыкла. Когда пишу от руки, чувствую себя уютнее. Как же это скучно. Лучше сделай фотки. В этой аудитории нельзя есть. Убери все. Прости. Дорогая моя, говорю тебе, здесь мы точно найдем вдохновение. И ты перестанешь себя вести как извращуга сталкер. Все девочки в академии его фанатки, поэтому на тебя никто не обратит внимания. Я отличаюсь от них. Если бы отличалась, пришла бы одна. Зачем меня притащила? Я без тебя не могу спокойно передвигаться. И кстати, ты не боишься, что я снова попаду в передрягу? Не стоило мне тебе брать. По делам мне. А вот и он. Так, садимся. Дорогие студенты, некоторое время назад, по личным причинам, я пропустил несколько лекций. Сегодня у меня внеплановое дополнительное занятие. Попробуем нагнать упущенное. Итак, композиция Ричарда Клайдермана. «Осенний шепот». Эта композиция повествует нам об осени. Осень олицетворяет пору любви. Чем романтичнее встреча, тем ярче воспоминания. Мы встретили друг друга. Хоть пока мы и не вместе, но я продолжаю думать о тебе все время. Я хочу рассказать тебе о том, что у меня на сердце. Это похоже на шелест сухих опавших листьев. Эта композиция является образцом многотематической музыки. Первая часть в минорной тональности. С использованием секвенции происходит развитие вариаций музыкального фрагмента. Вторая часть полностью мажорный лад. Придает мелодии яркую и насыщенную окраску. До того, как мы углубимся в разбор, как обычно, я хочу, чтобы кто-то вышел и сыграл отрывок. Иди. Ты же умеешь играть. Это твой шанс. Я уже все забыла. Столько лет прошло. Да все путем. Он тебе поможет, если что. Вот она хочет. Выходи. Эй, кто она? Смелая. Помнишь ее? Разве это не Люци? Она расплакалась у доски тогда и потом не появлялась на занятиях. Подожди. Подожди.
Почему ты не сняла маску в аудитории? Сними ее. У меня аллергия на лице. Мне нельзя ее снимать. Начинай. Да, довольно неплохо. Ноты соль и фа занижены. Нужно позвать настройщика. Ладно. Это было довольно неожиданно. Все вышло неплохо. Я выучила эту мелодию, когда была маленькой. Но я просил тебя сыграть «Осенний шепот». Я знаю только эту композицию и ничего другого. Ты сейчас шутишь? Это же ты. Она? Разве это не та девчонка, слонявшаяся у доски объявлений? Я вспомнила. Сяоми с танцевального направления. Она не Сяоми, это я Сяоми. Верно, верно, это Сяоми. А ты тогда кто? Сынмида. Лянгэ. Даже не думай. Пока вы не объясните мне, что произошло, никто из вас отсюда не уйдет. Так, звоните родителям. Пусть придут за вами. Это универ или детский сад? Зачем нам звонить родителям? Сиди тихо. Притворялись студентами нашей академии. Вмешались в учебный процесс, затем ввязались в драку. И все это произошло на занятии господина Си. В связи с этим... Дорога в Сетянь вам закрыта. Вам нужно пойти домой и подумать над своим поведением. Говорите, чего вы добивались? Лянгэ, разве я не говорила? Они мои лучшие друзья. А также большие фанаты Сисона. Они умоляли меня помочь им попасть на лекцию. Как тут отказать? Когда это я говорила, что я его фанатка? Ты же сама просила прийти и спасти Мидо. Я просила тебя прийти, но не махать кулаками. Зачем ты потянула меня смотреть этот баскетбольный матч? Где твоя совесть, Сун Мидо? Неужели ничего не ёкнуло? Следи за своим языком, окей? Поняла? И ты тоже! Хочешь домой? Иди, садись в машину, как я разберусь с ними, я отвезу тебя домой. Не нужно. Отпусти их. Нет уж. Слышал, они сдавали вступительный экзамен в Сетянь. Если не приструнить их сейчас, что будет потом? Пусть делают, что хотят. Даже если они смогут поступить, на них найдется управа. Это не наше дело. Это вам не игрушки, ясно? Вы создали проблему на занятии Сисона. А вот и вы, господин Лян. Преподайте им урок. Слушайте внимательно. Так вышло, что у меня возникли дела. Впредь вам запрещено появляться на групповых занятиях. Слышали? И все? Они... Вы еще пока сюда не поступили. Даже если у вас получится, на вас найдется управа. Мы с вами еще встретимся. Куда ты? Мидо! Куда побежала, Мидо? Подожди!
Прости, я не должна была притворяться студентом этой академии, но я правда не твоя фанатка. Можешь не говорить никому о прошлой ночи. Я не хочу стать знаменитой и умереть в Цюине. Есть место, и сзади осталось одно. Эй! Никому не говори о прошлой ночи. И еще. Больше не приходи в академию. Не создавай проблем. На него, наконец, снизошло озарение. Тетушка Гу, уже поздно, вам пора домой. И вернетесь завтра утром. Не переживай. Сегодня я не планировала возвращаться домой. Я останусь с тобой, если не сможешь уснуть. Тебе нужен собеседник. Но хороший сон, конечно, лучше. А вы боитесь, что ко мне в дом опять попадет какая-то девчонка? Нет. Я знаю тебя с детства. Ты не такой человек. Верно? Не волнуйтесь. Скоро придет Лянге. Он будет здесь ночевать и приглядит за мной. Отлично. Тогда мне уже пора. Не буду мешать. Сисон. Знаю, ты готовился к этому конкурсу больше года. Для тебя это очень важно. Но ты уже месяц страдаешь от бессонницы из-за подготовки. Я считаю, главное не победа, а участие. Твое место и все остальное не так важно, как здоровье твоего тела. Поэтому тебе стоит расслабиться и не переживать. До конкурса целых 2 месяца. Если до этого момента с тобой что-то случится, разве потраченное время не пойдет впустую? Я не позволю себе сломаться. Простите. Что заставил волноваться? Не стоит извиняться. Если с тобой все хорошо, то я рада. Я верю, что ты со всем справишься. Удачи. Он вроде высокий. Если присмотреться, то кажется привлекательным. Тело тоже отпад. Как странно. Характер у него отвратительный. Но он харизматичен. Поэтому у него столько фанатов. О чем я думаю? Я ищу парня, который станет прототипом героя моей книги. Точно. Это он.
Алло, у тебя хватает наглости мне звонить? Ты нас бросила? Слушай, я потеряла свою записную книжку. Там материалы моей истории, которые я еще не отдавала в издательство. Куда она могла подеваться? Где же она? Она точно осталась в той аудитории. Помоги мне найти ее, хорошо? Не сможешь, ты мне больше не подруга. А я не могу уснуть. Уходи. Ладно. Тогда вернись в свою комнату. Позови меня, если что-то понадобится. Все в порядке. Чуть-чуть поскользнулся. Да ложись ты уже спать, Сисон! Я узнала, что твою записную книжку забрали. И никто иной, как Сисон. Ладно бы, если ее взял кто-то другой. Но Сисон... Я ничем не могу помочь. Алло, да не прятался я от тебя. Контракт еще не подписан? Доброе утро. Ты пришла как раз вовремя. А? Что такое? Входи. Я не хочу. Будет не очень хорошо, если тетушка Гу меня увидит. Я хотела узнать про записную...